музыку. Спасибо огромное, что пришли сюда. Я не боюсь, а вы? Отлично, я рад, что участвую в избирательной кампании, где люди не боятся. В одном регионе тратят на подсветку деревьев 12 миллиардов рублей, а в другом регионе, в центре города, стоят облупленные здания. Но нельзя тянуть все в один регион. Должно же что-то остаться и здесь. Это невозможно в стране, которая на первом месте по продаже нефти в мире. На первом месте по продаже газа в мире. Были такие зарплаты. Я предам их честному суду, потому что они не просто украли абстрактные миллиарды или миллионы, они украли наше будущее. Что вы будете делать с теми общественными организациями, которые будут критиковать ваше президентство? Те, кто будет критиковать мое президентство, я буду очень любить. Потому что я понимаю, что я потом перестану быть президентом. Но захочу, чтобы президентом был нормальный человек. Мне нужно, чтобы были организации, которые критикуют следующего президента. Мы самая мощная сила. Нету такого количества активных, политически активных людей, как у нас. Поэтому наша победа неизбежна, и их поражение точно так же неизбежно. Спасибо большое, Мурманск. Я счастлив перед вами выступить.